нас в стране зарегистрировано более 200 резидентов научно-технологических парков, 18 самих научно-технологических парков в каждой области. Это более 3500 рабочих мест и более 200 миллионов объем выпуска продукции, в том числе инновационной, только за 2020 год, хотя он был непростой, но рост у нас, в принципе, наблюдается каждый год. То есть для сравнения, в 2016 году объем выпуска продукции резидентами технопарков был чуть более 70 миллионов рублей. Резиденты совершенно различные. Мы как раз не делаем упора на какие-то конкретные направления, потому что у нас технопарки есть и занимающиеся биотехнологиями, и занимающиеся инжинирингом, производством электротехнической продукции, разработкой программного обеспечения и медицинские технологии, самые инновационные технологии в сфере агротехнического производства и разработок. Технопарки в регионах, стоит отметить. В ближайшее время мы ожидаем создания технопарка в Лиде, создания технопарка в Бобруйске, в Орше, конечно же, в Кобрине. Мы все понимаем, что инновационное производство, инновационные предприятия – это самые перспективные, поэтому, наверное, в них инвесторы вкладываются в первую очередь, и поэтому даже в сложные годы продолжается их развитие, потому что понятно, что за ними будущее. На ближайшую перспективу мы хотим довести до конца пятилетки не менее 29 субъектов инновационной инфраструктуры, не менее 1000 новых рабочих мест, по количеству резидентов также увеличить.